Всем привет! Это мой первый влог. И начинается он не с самой оптимистической ноты, так как мы завтра планировали пойти на природу, на пикник. Хотели сделать шашлык, отдохнуть. Но, как вы видите, погода... Вчера еще было солнце. Было очень жарко, а сегодня ночью начался сильный дождь, и вот весь день он идет, не переставая. Сегодня вечером мы уже должны мариновать шашлык, рыбку, а погодка нас пока не радует. Не знаю, какой она будет завтра. Будем надеяться, что все будет хорошо. Вот такую вкусняцкую рыбку мы на завтра приготовили. У нас уже вечер, и мы занимаемся маринованием рыбки и шашлыка. И вот такой вот ароматный шашлычок у нас уже готов. Он промаринуется ночь, а завтра мы его уже будем жарить. На природе. Посмотрите, какая здесь красота. Это балка в 15 минутах ходьбы от нашего дома. Здесь ставок. Мы всегда ходим на ставок, отдыхаем здесь. В России, скорее всего, это называется пруд. Но хотя пруд и ставок немного разные вещи. Много разное значение. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как у вас называют такие вот искусственные водоемы. Мне будет интересно почитать. Продолжаю свой влог. Погодка нас сегодня радует. У нас солнышко и очень тепло. При урагане сломалась ветка. Кирилл пытается ее достать, она застряла на деревьях. А папа выбрасывает все сухое снизу сюда, наверх. Наше местечко. Я сижу на подушечке. Мой пузик. И я. Какая здесь красота. Костерчик. Так пахнет. Обожаю запах костра. Ой, прям на меня. Класс. Ой.
Мама с Кириллом начинает нанизывать шашлычки. Начинает жариться первая партия шашлычка. Ну, мы же еще вот потом второй раз будем делать. А в перерыве пожарим рыбку. Запечем. Давай, готовим шашлычок. И что ты еще делаешь? Я пью вкусное пиво. Ну, слежу, вот, чтобы ничего не загорело там. Чтобы не было огня, потому что нельзя, чтобы он сгорал. Нужно вот так вот. Слышишь, раз, потуши. Понятно. К своему шашлычку мы взяли свою аджику. Эту аджику мы делали в прошлом году. В этом году мы также будем делать аджику. И кому интересно, кто хочет увидеть этот рецептик, обязательно следите за выходом видео на моем канале в рубрике «Заготовочки на зиму». Аджика получается очень и очень вкусной. И к шашлычку она, ну, просто пальчики оближешь. Почти дожарились наши шашлычки. Запах обалденный. Аромат. Аромат. Вкусно. Да. Все, ты снимаешь? Да, наверное, будем снимать уже, хватит. Уже румяные. Румяные, вкусные, вкусные. Да, уже кушать хочется. Ой. Даже не взять, какие горячие. По два. Ну как, вкусный шашлычок? Да, вкусно, вкусно, сочно, сочно. Ну как, тебе шашлычок, маленький юный блогер? Очень-очень вкусно. Видно, что очень вкусно. Ну только ты так. Дымком. Напополам. Напополам, я помню. Напополам, чтоб ты половинку. Позажитель половинку. Только по-честному. Жара, короче, жара очень больше. Нужно разделать? А? Разделать. А сверху рыбку? А сверху. Ну, прикинь, даже аж, короче, руки тяжело подносить рядом. Насколько жар сильный. Угу. Ну это и хорошо, оно пропечется, наверное, и быстрее, лучше. Во.
Класс, гля, как красиво. А сейчас рыбку сверху. Давай. Просто ложим. Ну, там на 10-15 метров сразу. Да. Рыбёхи. Разворачиваем нашу рыбку. О! Вот она. Вот она. Вкусная. На второй заход делаем костерчик. Такой красивый, красивый. О, абрикосы. Слышишь? Нарубили веточек абрикоса. Абрикоски. А вот есть абрикоска маленькая. Есть, у нас в этом году не уродили абрикосы. Урожай. Нарубили веточек. Это фруктовое дерево. Как раз нашим попугайчикам будем делать жердочки. DIY о том, как мы их делаем, я обязательно сниму. Так что тоже следите за видео на нашем канале. Вкуснее было. Ой, как пахнет. Ну, это все самый вкусный шашлык. Что ж, друзья, мы будем кушать шашлычки. Вам также приятного аппетита, если вы сейчас кушаете. И если вам понравился мой влог, тогда ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока! С вами была Лина. До новых встреч!